Приветствия мои вам, друзья! Обозначу свои ближайшие планы, прямо наиближайшие. У нас в городе произошло небольшое событие, мероприятие. И не то чтобы оно меня каким-то образом касалось, однако я решил сам вложить немножечко души в монтаж самого видео. Приблизительно месяц я буду заниматься этим проектом, если его можно так назвать. Новые видео, однако, при этом выходить тоже будут, но в ближайший месяц не так, возможно, регулярно. И да, этот проект, если можно его так назвать, будет связан с тем видео про кота, что показано в материале «Как я готовился к 8 марта». Есть такое коротенькое видео, если кто следит. Все, друзья, спасибо за внимание и понимание. И да, забыл кое-что упомянуть, что это видео я выложу на свой канал YouTube, на этот канал. Все, всем пока.